Постановление дает разрешение жителям выходить на ловлю рыбы, но обязательно соблюдать дистанцию. Между рыбаками на водоемах должно быть не менее 5 метров. То же касается и любителей здорового образа жизни. С сегодняшнего дня югорчане могут выходить на улицу для занятия физической культурой и спорта. Важно выходить на пробежки, велопоездки и скандинавскую ходьбу можно в определенное время по одному и без использования уличного спортивного инвентаря. Так, индивидуальные тренировки на свежем воздухе разрешены только с 5 до 8 утра, а также с 9 вечера до 12 ночи. При этом жителям по-прежнему рекомендуют соблюдать все меры безопасности, носить маски, чаще мыть руки и не посещать людные места.